Привет, друзья! Добро пожаловать на канал вкусного и здорового питания. Вашему вниманию представлен рецепт ухи без рыбы. Для приготовления 3-литрового объема понадобится 10 картофелин, 6 листов нори, 400 грамм тофу, 4 столовые ложки соевого соуса, черный молотый перец, морковь, репчатый лук, 3 лавровых листа и пучок кинзы. Картофель, морковь и лук нарезать кубиком. Закинуть овощи в кипящую воду и варить до готовности с добавлением лаврового листа. Тофу нарезать кубиком. Нори мелко нарезать соломкой. Кинзу измельчить. Когда овощи сварятся, добавить пол столовой ложки морской соли, закинуть тофу, налить соевый соус, поперчить по вкусу, высыпать водоросли и кинзу. Перемешать и довести до кипения. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь. Всего вам доброго!